легенд о войне времени, которые для самой могущественной цивилизации противостояли друг другу. И в итоге их не стало. Не стало Вселенной, не стало самого времени. Сегодня мы готовимся к празднованию 70-летия Победы. Все эти события давным-давно уже стали историей. Но ведь и люди не состоят не из атомов, а из истории. 70 лет назад наши прадеды шли на фронт, сражались, умирали и побеждали. И наша задача – помнить об этих событиях. Чтобы между нами, людьми, было равенство. Ведь мы находимся на одной странице этой огромной книги, и никто не находится ни на одну главу, вверх или вниз. И если в старой древней легенде под нескончаемый ритм барабанов погибало все вокруг, то мы постараемся сделать так, чтобы этот ритм стал ритмом надежды, ритмом мира и ритмом свободы. Мы должны чтить и помнить победы наших предков и не забывать, что весь нынешний мир в наших руках. Но сегодня мы тоже бойцы. Однако сражаться мы будем в мирных целях, мы будем показывать свои возможности на различных конкурсах. И я, как капитан команды, беру на себя смелость представить бойцов нашей команды. Это Анастасия Немельчук, Анна Шиллер и Анна Маликова.